Введи мой промокод LEGO и покупай игры со скидками на g2a.com. Ссылка в описании. Всем привет, с вами LEGO, Импульс, Дедуля, Метол и Спуйс. Здорово. Привет. А на каких вы воротах? И, короче, ну, на воротах, которые... Из выход... на какой вы земле? В общем-то, мы первый раз собрались всей толпой, я не знаю, что из этого выйдет. Как с прошлой серии, сейчас зайду в свою нычку. Мы пойдем сейчас на клан PC, посмотрим ситуацию, что с их домом. Если все будет нормально, то пойдем их рейдить. Беру я, конечно же, свой старинный пулемет. Старинный, который, к сожалению, никто не смог отнять. И это очень хорошо. И выходим... Чё? Короче, я взял уже мини-дом, комплектный мини-дом. Так, Poison это стоит, можно... оказывается, это дедуля. Где вы? Мы возле ворот. Вот, я вижу Спайса. А ты где? Дедуля, ты где? Возле флага, да? Да-да-да, флага ворот. Понял. Нас тут приходили рейдить, но, к сожалению, ничего не получилось. Метол, красавчик, защитил дом в соло. Можно медаль ему вписать. Ну как? Он сначала лут защитил, а потом мы... Я перенес лут, а потом мы зашли и сделали гитрект. Гитрект сделали. Чё, поехали? Все, да, выходим. Дед, ты где? Ну, он тыпанется тогда, я не знаю. У него там, наверное, интернет вылетел или еще чего. Канализация сломалась. Вы только дверь за собой закрываете, он еще тыпанется. Мы сейчас... Попа пролагала у него. Да. Наша, как мы их назвали, коалиция мужиков, что ли, по-моему, в прошлой серии их назвал. Я у них спросил просто. Я у него говорю, у вас как, говорю, клан называется? Они такие, да никак, мы просто, типа, мужики играют. Вообще угорал. Коалиция мужиков. Все в разные стороны. Я не знаю, куда вы бежите. Я вас вывожу на дорогу, и мы бежим. Если что, у меня может интернет вылететь. Ну, во всякий случай, я так говорю. Понятно. Но если ты не говоришь больше 10 секунд, значит, ты вылетел. Хорошо. Вот с дедом что случилось, вот у него точно интернет. Вот я прыгаю. Ну, а эти двое какие? Вон они идут, сзади нас. Всё, они стервятники. Окей, меня бесит этот дождь. Чё, что такое? Это откуда? Это свои. А, это свои. Это мужицкий дождь. Пойдем. Не палите конторы всякие. Нам сейчас нужно вот под спутнику и по дороге. Дождик еще противный идет. Он бесит, он звук перебивает. Он, по-моему, на FPS еще влияет, насколько я понял. Или нет? Да. Меня подлагивает сейчас. Вот, дед на меня ТП кинул. Дед, что там с тобой? Все нормально, все хорошо, я... Ты пиццу готовил, что ли? Да, пиццу хотел. Эй, говорит, а мы... Да-да-да. А мы. Напишите, кто-нибудь им понадобится помощь, напишем. Надо же это... А так мы и сами справимся. Типа показывать мощь гор. И так далее. Мощь гор. Я вообще-то принял. Нет, что? Вы не ответили в срок. Что? Еще раз давай. Какой тип? Где тип? Вот он. И что он там делал? А, он... Он даже... Оп, лут. Смотри. Забирай. Давай посмотрю. Дай посмотрю. Сейчас только мяско возьму. Мяско. О, слышишь? Они накрасили тоже 10 сишек и 5 ракет. О, ну все, тогда позовем их. Скажи, ладно. Скажи, и мы вам скажем, о чем речь. Да я сказал, в принципе, да, смотри, мы можем в них лут... А, не буду говорить, понял. Гадиву. Я хотел сказать, что мы можем им лут складывать. А, простите, почему я не могу принять, я бегу по земле? Подожди. Пишет, что я не на земле. А я вообще просил, у меня все повисло. Откуда? Откуда стреляют? Я вообще просел. Так, окей, я кончил, буду бежать куда-нибудь. Какой-то АМ. Там двое. Вон еще. Минус. Nice. Я тоже убил одного. Я убил. Лутаешь его или дай-ка я лутану? Там еще один возле горы лежит. Убил. Все, отлично. О, лута. Ё-моё, ребят, я не знаю, что надо прям... Опять на лут везет, дайте хоть посмотреть. Залутал, да. Залутал, дерево, да, я дерево взял. Патронов в него нормально было. Дед, напиши еще раз ТП, я не пойму, почему не принимается. Пишет, что я не на земле. Да, у меня а такая же не была. А это, походу, лагануло после рестарта. Ясно, все понятно, после рестарта сломался плагин. Да? То есть, похоже. А, слышишь, я залез на камень работает.
Давай тогда ждем, давай ждем деда, да, и пойдем. Подожди, чувак какой-то подох. Я 50 патронов истратил на всю эту толпу. Где? Вон. Давай посмотрим. Кому Томик с патронами нужен? Пролагал. Кто то? Томик? У меня есть патроны, если что, кому тоже надо, да. Сиди за этим домиком. Давай, пиши. Короче, прикинь прикол. Я в какой-то серии, когда соло играл, убил лошадь. И комментарий такой читаю: блин, все классно, хорошее выживание, но как-то жалко, когда просто так лошадь убил. Я вообще. О, твич какой-то. Я вообще припотел. Пойдем дальше. Все, дед припортнулся. Я здесь чувака видел, вот, я так и знал, что он здесь. В кустах здесь сидит, вот он. Пишет Томпсон. Все. Минус паря. О, аптечки. Забирай, пойдем правее. По дороге нам надо идти, чтобы добраться до аэропорта и прочего говна. Но я думаю, что нас здесь уже практически нереально завалить. Нас нормальная толпа. Не, поверь, реально. Сейчас такая же толпа, как в два раза. Ну хотя да. Потому что на Эрасте сказали, что собрались все топовые кланы Раста русского. Вот это очень приятно. Я попал ему. Я вот по него убил, все, убил я его. А подожди, я попал, убил, видать, не добил. Да что попасть-то не могу. Всё. О, попал, хорош. Ты... Нет, как-то пулемет странно. Вчера у меня лучше получалось. Прикинь, медведь за лошади гонится, там драка. Не убивайте только, сейчас посмотрим. Махач, да, медведь. Да все уже. Все, уходим. По яйцу медведю я должен был ударить. И коня добивать. О, в дом вошел. И коня. Ну не надо коней, это их жалко же. Только вспомнили коня, а вы его не знаете. Гринпис за нами следует. Пойдем дальше. Олег же, тут дом. Тихо. Слева. Это где? Лево. Где-то слева было. Слева, да. Пойдем? Пойдем, да, чуть левее, посмотрим, что там. Опять сбахнули? А, это ракеты, мальчишки. Давай, левее, блин. Где-то было. Вот где-то вот в той-то, вы идете? Во, я понял, где. О, рядом. По мне что-то стрельнуло. О, там тип. По мне с лука, что ли, стрельнули? Да. Попали, блин. Я иду прямо на взрывы. Вот прям по прямой, я даже слышал, откуда это все было. О, стреляют, идем! Спина. Нет, это вы стреляете, что ли? Да, убил. Быстрее идем дальше. О, все, это вышка та же самая. Чувак бежит. Помнишь им спейс? Ага. Вот там, где мы вперед, сбили получается. Вы идете, нет? Да, идем. Нас по вышке стреляли. Слышь, ага. Слышь, аккуратно. Олежа, подожди немножко. Да. Сейчас притормажу. Ну есть немного. Опять сервак, 150 человек. Ну да, опять ясно. Полный. Не дают играть. Здесь что, все топ-кланы не спят никогда в этой жизни и играют бесконечно. Идете? А раз по да, это, конечно, либо, жестко. Либо открывать еще один сервер, раз то надо, либо как-то этот увеличивать слоты, и да. Вообще. Нет, увеличивать слоты. Увеличивать слоты нереально. Не, сам сервак купить мощнее. А. Если видишь, только брать какой-нибудь зарубежный, который на SSD винтах, четкий. Ну, и что, здесь уже правильно. Ничего, никаких бабахов нету. Вижу, да это галашон какой-то. Пойдем лучше в сторону аэропорта. Мне кажется, мы резко влево свернули. Да мы уже вообще куда-то не туда пошли. Все, а шок у воды оказались. Да, мы уже... если вода, это значит спаун вот этих бомжей непонятных. Uh-huh. Короче, кто не хочет бежать за кем-то, оставайтесь там сами. Я уже заколебался всех говорить, пойдемте за нами. Кто там? Так, кто? Мы четвером бежим, я не знаю. Кого-то не хватает. Кто-то в чат пишет. Говорит. Не знаю, кого мы потеряли. Круто. Я сейчас мы думаю... Мы потеряли вот этого вот неадекватного... Какого? Прокуренного зэка. Не-не-не, я с вами бегу. Да? Тогда я потерялся, походу. Тогда пиши ТП. Да не, холодно пока что. Поздно тебя уже убили, что ли? Поздно, говорит, писать ТП. Бомжи камнями. Да не, я убил бомжа, просто промок. Прикинь, ну, можно было бы с камня как-нибудь убить с первого раза, я не знаю, кинуть куда-нибудь подбородок там. Походу лаганул полностью плагин, все. Че, не ТП-шится, да? Можно принимать теперь, походу, ну, на... Наоборот, на скалу, наоборот, да? Наоборот, то есть я как-то поменял местами. Подожди, вот я на камень должен залезть, чтобы принять ТП. Стоп, тип, что ли? Блоки, Чё, есть отзывы кто? О Холидере? Не знаю кто. Я бегу прямо. Я бегу на эти электрические лэпы. Да, я вижу тебя. Электропередач. Чё, думаешь, сработает?
Я принял спокойно на высоте. Все. Лол. Это бред. Капец, бред. Хороший плагин. У меня. Смотри! Смотри, у меня написано. Да. Так нет, бензоблокить нельзя. А, блин. Строительство. Это кто-то шкаф дебильный поставил здесь. Я почти сзади вас бежал. Домиков, конечно, много. Смотри, здесь. Дом есть с качалкой, но это по-любому не основной, потому что он какой-то стрёмный. Ну да. Вообще дерьмище какое-то. Мы можем по дороге просто увидеть какой-нибудь дом и сразу писать ТП-шку. Что это значит мет минус один? А, спрашиваю, сколько сечек на метрическую стену надо. А? Понял. Блин, нам еще, конечно, далеко идти. Мы что-то здесь... смотри, смотри за рейжен дом, вообще дико. Просто весь угол, весь лут забрали. Все, нет людей. Просто нет людей. Еще ведь прям точно стрельнули куда надо. А вот это вот что за бомбежка какая-то построенная стоит. Здесь живут люди. Здесь, по-моему, клан Пеппа. Они сегодня две сопли сюда запускали. Две сопли и донат? Донат. Донатеры. Есть ли смысл? Их на самом деле здесь много. Есть ли смысл? Что скажете? О, или пойдем на PC-шников? PC не, или пойдем, да. Мне кажется, про... PC, да, потому просто, что. Просто пепа какие-то. Да. Пепа какие-то, я вообще хз, кто. А вот я PC пепа точно знаю. Умирают, забей. А вот. Мы пепа, подожди, это не те, которые больные в скалах жили. Ребят, в какой-то серии. Да, походу они. Понятно. Где мы, помнишь, сидели в доме, да, в пещеру пришли, и вообще непонятно, что там вообще происходило. И угорали еще над нами, типа, ну что, нашли вот лохи? Да как так-то? Да, с того ролика. Причем тебя ваншотили с лука. Так это, слышите, это вроде бы те, тот клан, когда я еще зашел, только до сервак после вайпа, и с луком бегал, короче, минус 6 дал, они постоянно резались и забегали в дом. Спейс, мне кажется, ты минус 8 дал? Нет, минус 6. Нет, минус 8. Ну чё уж так слабо-то? Да-да. Минус 6. Минус 8. Я говорю, что ты придурок. Взял меня, позвал и чё? Взял меня, позвал. Чё, правда? Правда, значит, матку рубит? Всё ясно с тобой. Да, только правда говорит. Всё, Лего придурок. Дно ебаное. Коротко и ясно. Вот ты злой, я-то думал ты хороший, но ты дно ебаный. Не умеешь. Ладно, пацаны, все. Вот только с пулемета не можешь. Нет, я только могу с пеха и с лука, больше никак. О, это что за мост слева, что за буквы Г? Натуре. Г это, мост Г какой. Middle. Это, чего? Кто по кому это стреляет? Ход конем. Ход конем? Все, убежал. Вы смотрите, мы дошли до аэро, так что поаккуратнее. Да. Мы туда собирались. А он голый или нет? Я хотел сделать, чего было. А зачем ты такой круг сделали? Мы же возле аэро уже стояли тогда. Че аэро? Мы возле аэро в тот раз стояли, вон на другой стороне, так это справа. Ну, зачем да. Забей, это наш полководец Лего нас водит. Мы же, мы... Полководец. Круга, я по дороге просто иду и нормально. Мы же на цистерновый дом, я сейчас вас приведу. Я сейчас вас, пацаны, приведу. Слушай, смотри, печка дымит, видишь? А о, что это смотри, за... что там за фигня? Что это вообще за дом? Это дом или что это? А его взорвали, там сбоку взорвано. Где? Тихо. Ctrl зажали. Как утки. Да, по дереву. Бегает кто-то. В доме. Че, пойдем на PC-шников или здесь замутим? Опа-на. Стреляют с крыши. Откуда с крыши-то? С окна, наверное. Быстрее думайте, идем дальше или здесь? Но стоять бежит. Точно не варик. Не, забей. Идем, все, уходим. Давать. Уходим. Слушай, а там какой-то большой дом с окнами. Уходим. О, лучник какой-то. Нифига себе, лучник дикий, я по нему попасть не могу. О-о-о. Бог манцевания просто, а не лучник. Мне надо уходить отсюда тогда, не надо перестреливаться, если вы не хотите. Там с окон стреляет, с окон. Валим. С СМГшки, что ли? Все, я ухожу, да. Нет. Там АКМ или БОЛ. Пойдем за мной. Бол. Пойдем. Да пойдем, уходим. Все, мы уже ушли, по-моему, все, да? Метал, четверо нас. Вы куда ушли-то хоть? Да вы меня видите? Я от тебя. За тебя. Ага, все. Давай идем, уходим. За тебя. Блин, он стоит. О, мой друган опять ходит здесь. Смотри, какой дом красивый. Кореш мой в очках. О! Ого. Братан! Хватит братана гонять. Хедшот дал кому-то. Лол.
Одна пулька. Да хватит братана гонять! О! Ого! Читер, братан, ты мой, красава, бро, красава, ты ушел. Ты ушел от тиранов. Пойдем чуть правее. Ого. Слышь, Митол, смотри, какой модный. Я думаю, кто стреляет с глушаком? А это модный парень. Он соблюдает тишину, наконец. Мусорку, быстро затонули. Мусорку. Слева, смотрите. Че там? Это что такое? Это Фаргус, походу. Нет, это мы не будем. Давай дальше. Откуда стреляют? Справа, что ли? Да сзади, в спину. Я не знаю. Ой, нет, еще со второго дома. Помните, где мы сбивали вертолет? Да, справа. Домик, где мы вертолет взрывали. Что так много мышек-то, блин, это аэропорт или что? Уходим отсюда. А сейчас всегда так строились, и в прошлом сервере так построили мышки, сидят, отстреливают. Они даже не выходят, понимаешь? Да-да-да-да. Вообще делать нечего. На прошлом сервере так же было. Типа, стратегия дауна. Сидишь просто на крыше и отстреливаешься на аэро. И потом подбежаешь и лут, может быть, лутаешь, ага. Может быть. Может быть, да. Может если быть. Не патроны и окупит, а если не застышь, выйти. Слушай, у меня такая крутая идея. Мы же Silver Play. Вообще-то у нас там дом стоял, я сейчас вспомнил. И был ТП, да? У Митла ТП там ком был. Да. Куда вы тырили лут? Митла, лети. Лечу. Потому что мы сейчас здесь полгода будем ходить со мной. Это я туда лут переносил с дома. Да-да-да, все верно. Да, я тебе про что и говорю, я что вспомнил-то? В смысле, достает отсюда, что ли? Откуда он стреляет вообще? Вон с домика того. Да, мы с вертолет сбивали тогда, помнишь? Да-да-да. Смотри, еще дом. Пойдем пока дом посмотрим, что это за дом. Это они есть. Нет, это не они, ты че? Это они вроде. Ты цистерну видишь? Я нет. Да, цистерну вижу. Я вижу, вон она чуть правее. Она за горой, вон она. Ты хочешь сказать, это их дом? PC-шный дом? Вроде да. Нет. По-моему, нет. Да ладно. У них не было никаких вышек. Можно ТП прописывать. У них правее. Давай, ТПР Митл пишем. ТПР. Я, кстати, на доме стою, интересно. Вижу, принимай. Нет, не могу. Это их дом. Ребята, это их дом. Да, хорошо, давайте на Митл. Все, завали. Подожди, откуда это их дом, если Митла здесь нету? Да он в домике стоит там. Во, я принял на земле, слышишь? Давай, ТПР Митл. ТПР Митл. Улетаем на него и принимай, там мы тоже начинаем. Да. А ты можешь домой лететь, кстати. В смысле, зачем? У меня ресурсы с тобой. Ракеты. Принял, дед, пиши ТП. М? Не сразу домой же будет? Ну, как бы, а смысл стреляться с теми? Ну, давайте сначала оценим ситуацию-то. Митл, плюс чатик поставь. Вон, слышите, уже стреляют тут. Да напиши ты, Митл. Пофигу, в каком регистре, даже можешь не соблюдать. Вон их дом. Я где? С крыши спустился. Да, это что, их дом. Бежим, дед, ТПшница, прав да, меня. Да, блин, я надеюсь, там есть лут, а вот у них там дохера ведь всего. Они крыша хорошо они стреляют. Крыша, а вон еще дом. Ну это какая... Ой, там бегает кто-то. Ой, это слева кто-то бегает. Вот. Пофигу, нет, это забей, это какой-то говно дом, вот наша цель. Блин, PC, а? Я надеюсь, у вас есть что-нибудь. Давай посмотрим территорию, откуда можно пристроиться или еще чего. Давай. Вдруг шкафы где-то не тянут. Смотри, ты видишь, они... у них шкафы вокруг дома стоят. Да, причем... Причем закрыты. Не пристроимся, конечно. Сколько у них слоев, интересно? Че? А, это дерево шумит, ёлка. По нам стрелял кто-то с чего-то. Да это стало с соседнего дома. Забей, нам надо смотреть. Сколько, интересно, слоев у них... О, тихо, вот сюда, ребят, сюда. Подсадку и можно пройти, по-моему. Я сейчас попробую. Там же шипы. Да что, похер на эти шипы. Ходить нельзя? Дайте подсадку. Даем. Сейчас, подожди, попробую. Стой, подожди, дайди. Давай, значит, смотрите, я первый стану. Давай. Так, да, конечно, ты с пулеметом, наверное, больше. Не ссать. Нет, не пройти, борода. Давай дальше. Слышь, там забор, а потом еще вокруг дома. Смотри, это их копалки стоят. Вторая копалка их стоит. Чё? Прикиньте, у них пулемет прям возле входа на крыше стоит, его сбить можно в легкую. Сбить не надо, шуметь. А у них турель стоит? А, да, я вижу. Надо искать вход. Тупо вход. Слушай, ну если у них турель есть, значит у них много... На небогатые, да. Смотри, мы можем пойти через ворота. Стойте, это как я с другой стороны стоял, значит вы другую турель видите. Какую другую? Вот турель, и уже два флага и турель. Мы за тобой. Смотри, если мы ворота прошибаем, мы первую волну проходим, потом прошибаем вторые ворота, это уже 16 ракет. Вторую волну, и потом только дом идет.
А что там ворота? А только нужно сломать одни ворота, получается, и там сразу будет турель. И смотри, скорее всего, посередине шкаф может быть. Мы можем турель отсюда снести, вот прямо сейчас, вот по ней стрелять. Смотрите, нужно сишек на этот камень. 8 ракет в дверь. И 8 туда. Ребят, у нас там, по-моему, есть сишки. Помолчите, подождите, помолчите. Посмотрите, сколько сишек шкаф на стоит на стен. Ты уверен, что это вообще шкаф основной? Думаю, да. А вдруг это... Ты понимаешь, да, что, смотри, подходим сюда, вот, шкаф стоит. Он точно здесь шкаф. Подходим, подсаживаемся сюда, там кидаем две сишки, взрываем потолок, авторизуемся в шкафу, и мы просто переходим в эти все заборы. За две сишки всего лишь. Смотри, вот теперь у меня другое предложение. Несете? Видишь вот этот треугольник? Ты говоришь, здесь типа шкаф, да, стоит? Ну, где? Вот в этом ты имеешь в виду, да, шкаф стоит? Ну. Вот в этом. А смотри, да. Дальше, видишь, стоит... А где? Оно не достает? Вы уверены, нет, что вот это не достает? Но если там шкаф стоит, значит, не достает. Что-то подозрительно, почему меня не окружили тогда этот? А теперь смотри, что? У них шкафы окружены стенами, а да, этот почему-то не окружен. Да, стенами. Вот я про что я и хотел сказать. Что? Про что я и хотел вам сказать, почему все у них закрытые стенами, а вот это не закрыто. Идите сюда, Митл, иди сюда, помоги мне. А где ты? Пускай там спейс херней страдает, как обычно. А где ты? Я здесь стою чуть дальше у ворот. Вижу. Иду. Здесь шкаф стоит. Почему? Ты это Китай сделал, да? ВХ подрубил. Давай тогда рвем. Давай рвем. Если он Китай сделал. Подожди, смотри. Шкаф стоит. Я понял тебя. Ты не дотянешься. Он играет на уровне только. Понял, да. Ты сюда, и лох сразу. Да, и сразу лох. Ребят, мы отсюда можем подстроиться. Ты дебил? Как ты хочешь перелететь? Ты что, гонишь, что ли? Как ты... Нормально ты приколол. Подстроиться, говорит, оттуда. А как долетать-то? А там шкаф другой. Вот их два. Один вот здесь вот, как раз-таки. Посмотри здесь, что тут. А он там есть по-любому. Китайку вот здесь включил, здесь вот в углу. Так он по-любому огражден. Подсадкой. Подожди, мы подсадкой туда пролазим, да? Как-то, я не знаю как. Вот это жесть. Если мы хотим взрывать эту стену, тогда мы лучше ворот взорвем. Так же пройдем. Нет, никакую стену, потолок взорвать. Потолок. Нет, я тебе подсадкой к тому говорю, что если, кстати, ты не пройдешь туда. Мы попробуем сделать. Куда? Вот сюда. Вот здесь. Да, здесь не потолок хватит. Нужно взорвать. Не потолок хватит. Взрываешь? Давай, я встал. Становитесь еще один человек вот так на него. Да, лесенку пытаетесь какую-то сделать. Стой, вот так, все, стой. Теперь еще один прыгай. Где? Давай, вниз смотрю. Вот это лол так вообще. Давай, Хару. Скажешь, когда прыгать? Давай, я не знаю. Прыгаем. Прыгать. Давай, прыгаем. Стой, не прыгай. Нажимай пробел. А что вы скатились-то? Тебе не нужно, подожди. Стой, вот так, они стоят нормально. Стой, все, тихо, подожди. Давай, кто наверху сам стоит, спейс, присядь. Господи. Мы, видишь, как раз прижаты к углу, нас никуда не толкает. Присядь, слышишь, иди сюда, дед, присядь. Дед, надо, чтобы тебя дед... Надо тебя, чтобы дед подсадил, во. Вставай. Выкидывает, скидывает сразу. Давай я сейчас попробую, слазь. Тройная подсадка, по-моему, борода какая-то. Ребята... Прям в угол жмите, W держи прям в угол. Все, я... Нет, скидывает. Я знаю, не канает. Как? Можно чуть-чуть поближе вот так вот стать, точнее подальше, чтобы... Да никак ты там не сделаешь. А, вы тогда будете скатываться все равно, тогда не получится. Если в углу не получается, то там точно не получится. Надо бахать вот эти ворота, главное, и идти дальше. И дальше бахать, и все, больше никак. Вот что я вам могу сказать. Не сыграть на уровне. А есть? А где ты строишь? Построил? Да вот, да, вот это тоже нормально. Вот это тоже норм, кстати. Можно, то есть, типа, ракетами взорвать потолок. Слушай, да, мы сверху можем бомбануть. Полностью от взрыва сломается петушок. Не сломается. Сломается. Почему не сломается? Сломается. Шкаф, там еще попасть в патронов. Ребят, послушайте, там еще попасть нужно и так далее. Вы больше потратите в шкаф ебаный, чем в эти ворота. По сторонам смотрите. Мы попадем. Мы попадем. Шкаф 100 хп с патронов простреливает на изи. А, точно. Я попаду. Кек. Надо летите кто-нибудь домой за базукой и ракетой. Стой. Подожди, сейчас посмотрим максимальную высоту, которую можно постелять. Отойди. Там уже борода, да?
Нет, и, нет, а, нет, нет, я нет. понял тебя, я понял, что ты хочешь. Не дай боже, вы еще что-то. С пулеметами и всяким прочим говном. Но пулемет стоит, это круто. Смотри, у них ящик посередине, найти все будет круто. Почему НПЗ-ха у них стоит с правой стороны такая, мы невзначай? Мы там спали. Молодец. Послушный мальчик. Послушный мальчик. Прям как ты. А у тебя дверь есть? Не... То есть все, короче, то есть все сейчас целенаправленно их бихаем, да? Да. Да. Я еще поставлю, когда. Еще если ночь как раз будет, будет классно. Но они дикие. Это 100%. Это да, и все за. Тихо, что такое? Зачем ты стреляешь? Что это? Что такое? Да, есть тут рак у нас. А почему у них не работают, блин, копалки? Вот что странно. Кто-то подстраивается с другой стороны! С другой стороны. А, это ты. Топливо, нефтекачки же убрали. Так, я прилетел домой, значит, первый, ребята. Топливо нет. Что взять? Возьми ракеты пока что. Знаешь, только возьми три ракеты. Почему три? Музыку. Три хватит? Мы взорвем ящик, а потом посмотрим. А, он с трех ракет отлетит? Ну, в смысле... А, стоп, три. Четыре. Четыре, да. Я забыл. Yeah. Там, смотри, там Space One напротив строится. Хочет показать, что он тоже батя. Ну, а вдруг я сейчас залезу? Давай. Пускай строит. Будет круто. Не, правильно, да. Мы здесь у нас домик будет, если что, сверху расстреляем. А если он там перепрыгнет. Я понял, он на эти звездочки сейчас прыгнет. И с этих звездочек можно колупасить дом. Как-нибудь добиться. Нет, не на это бред, но может быть можно. Добиться того, чтобы убить ящик и построиться дальше. Так, у меня один будет вопрос. Че? В моей комнате. Че? Че? Там по-другому. А слушайте, а если тут ящик взрывать? Какой пароль от первого этажа? Блин, ракеты надо было взять? Стоп, сейчас поменяю пароль. Давай. Я возьму 5 ракет на всякий случай и... Можно же 4 давай. Нуля поставить пароль. Готово. Так, давай. 4 нуля. Все, лечу к вам. Все. Лестница брать или дерево там какое-то? Лестница, умереть здесь лестниц не надо. Но так, если PC-шников развалить, было бы круто. Мы к взрыву этих, все-таки да. PC. Да. И это прекрасно. Это вообще четко. Ты как комментатор сказал. Да, в натуре. Ты в курсе, что вчера Кличко-то проиграл по очкам? Закадровый клет. Да, знал этот свалить. Че? Заказной бой? Мне послышал заказной бой. Где? Про то, что Кличко проиграл по очкам с этим. Шутка. С Верзилой с этим. Как его там называют? Мне даже стыдно за него, если честно. Вот. Я думал, он сейчас скажет, да мне вообще насрать. А вчера он говорил, быстрее смотри трансляцию, там Кличко не, играет ну, против честно, Ховера то, этого. Ну, или вот, реально, там. Вот 12 раундов они просто обжимали друг друга. То есть, ну, реально, обнимашки делали. А он Кличко, чё брат, чё он сам. Они с Поветкиным дрались, он тоже его обнимал. Я не понимаю. Он его обнял и просто по спине ему. Бум-бум. Дед, а ты бы за один раунд бы вшатал бы им всем? Да конечно, шатал бы им всем, блин. Ну все, это да, нормально. Это ж дед, вы даже спрашивать не должны. Чё? У него бы как попа залагала, так бы он всех там ушатал. Ты уже пытаешься прыгать? Кому? Треугольник ставь туда, треугольник после этого квадрата. Я смотрю, ты дому стреляешь просто. Треугольник ставь. Не ставится? Бред. Странно. А ты 200 метров своему? У меня есть мысль, как туда запрыгнуть, только, блин, нужно как-то поближе подстроиться. Тихо. Это по кому? Это по тебе, да? Это не по мне, это я стрелял. А, ну ладно. Чтоб сломать эту хуйню. А чё дверь-то так, не закрывать? Олежа, на, чё? Ты будешь этот... Давай, самым... скидывай. Тем самым парнем, да? Тем самым парнем на районе. Надо её зарядить ещё. Короче, смотри, дед-то красава, тоже предусмотрительный. Ему сказали взять 4, он взял 5. Всё правильно, так и надо. А пусть ты будешь промазать, а все... Да. Ну, пулемёт это дикарская тема. Чё? Борода, да? Бердинка. Офигеть. На нашу крысу. Дома? На крышу дома. Давай. Крысу. Сейчас уже нужно будет накручивать ночь. Ночью как раз нормально будет. Главное, давайте... чтобы... О, подлагон какой-то дикий у вас есть, а давайте спайсы сломаем стенки, чтобы он упал с крыши на тебя. Что за подлагончик, алё, не надо нам... Не надо нам лагать, пожалуйста! Во. На стенку. Сейчас, а, зависло. А, норм.
Треугольник Бати. Два. Вот. Так, на крышу. Нет, нет, выше надо. Выше как-то. Выше? Угу. Да, убирать. Не там даже не видно стены никак. Там все очень плохо. И я упал. Чем ты пазлишь? Так, сейчас я еще накручивать буду экран. Тоже не забывайте это делать. Да. Ну, мы-то не забудем. Так. Вот, может быть, еще, наверное, на один уровень сниму. Да, чтобы нормально мог ты стрелять сверху вниз. Да. Потому что там стены почти... А куда вылезть? Сейчас можно, можно, пожалуйста, мне запрыгнуть с ракетой? Они меня толкают, тут бьют, не знаю, что делают. Бьют! Бьют! Хряка! Он нас всех тут растолкает. Не в тему было. Ты чё, слезьте нахрен вниз, все, оставьте только лего сверху, все, я твоих крыков упал! Импульс, мы же вообще... Ребят, вы можете реально просто прикрывать, а не прыгать? Вы можете прикрывать? Вы всегда успеете залезть, вы всегда успеете запрыгнуть в этот дом. Зачем вы лезете-то тоже? Просто кройте углы. Угол просто кройте, каждый свой, все, зачем вы реально лазите? Вы сетхом поставили тут все? Тут такая дерзкая постройка, над которой страшно. Только смотри, бери в учет, что там шипы не прорисовываются. Да я понял. Примерно где-то вот так вот. Отлично. Да. Тихо. Кройте теперь со всех сторон, сейчас могут прийти. Со всех сторон. Мы же взрываем, правильно? Чуть ниже. Стоп, я буду чекать пока что. Давай, чекаем. Самое главное, чтобы эту солому не расстреляли. Давай. Последняя должна быть. Давай, пожалуйста, бро. Бро! Сломал. Смотрю. Ящик смотри. Есть ящик, есть. Вижу. Вижу ящик. Ломать надо. Давай, ломать. Расстреливай его, давай. Че не разбили? Видимо, я знаю, знаю, мы смотрим. Все. Отлично. Жди, я свой шкаф. Ясно. Тихо. Это что, стрельба? Да это я. Все, понял. Я накручивать пока. Я накручу уже. Я сейчас тоже. Что за облом? Что, тихо? Ставлю свой. Не, ну понимаете, просто я нашел место, где можно подстроиться и перелезть через забор, чуть-чуть покоцав свое ХП. Выходи, Лего. Да. Закроешь? Все, закрыл. Все, мы уже строим киби. А, он свой ящик сейчас откроет. Ну таки да, правильно, регимся. Ну, ребята, все, дайте всем. Это косяк. Подожди, может быть. Стой, мы со стороны, давай, пока он строится, взломаем пулемет быстрее. Чтоб он нам не раздал. Слышите, в билдинг-блоке что? А, понял, все. У него сколько хп? 200 где-то? Его спешки. Что-то он не хочет. Да, у него 200 хп где-то. Хера он живучий, он уже нацелился на нас, кстати. Нет, он нацелился, у него не хватает рейнджи. Они неправильно его построили, вообще неправильно. Ну они типа на вход, если ворота. Да. Начал стрелять, начал по кому-то. Походу он спейс тупит, а? Он собирается умирать, нет, Соня? Он стреляет по кому-то в дом. Он по импульсу стреляет. По сторонам смотрите, не забывайте. Да. Я просто тут увлекся. У него 200 хп и он бронированный. Алло, ты будешь умирать? Нет сегодня? Все, развалили. Охереть, я сейчас скажу, я потратил 80 патронов. Дичь. Смотрите по сторонам, не надо как габены бежать все сюда. Ну как ты? Я с пулеметом здесь просто сижу. Тут какая-то одежда есть. Смотри, все нормально. Стреляют по фундаменту, все рассыпается, мы все внизу дезинтерировались и все. Дезинтерировались. Печки уже работают, много печек работает. Окей, ребята, а кто пойдет за ракетами? Все, я полетел за ракетами, все. Давай. Ты хом поставил, что в этом доме строил? Поставил, хом 2 поставил. Ух, ё-моё, здесь надо все ремувать. Все, смотрите, теперь оценивайте, где может быть ящик. Пока да, я уже. Да. Я тут тоже по углам хожу. И смотрите, где меньше стен. Да тут в одном месте меньше стен. Улетел.
Беру тогда все сиши, которые у нас есть. Да-да-да, все бери, все бери. Блин, было написано флаги уже. Сломайте эту, как ее. Не ломайте флаги, секундочку. Не ломай, они допрыгнут. Найдем шкаф. Я думаю, может, с той стороны лучше. Стой. У меня другая тема возникла. Сейчас импульс привет, я расскажу. Смотри, возле НПЗшки по-любому стоит еще один шкаф, вот здесь вот. Мы можем достроить нашу постройку еще выше и долбануть опять поверху шкафа. Понимаешь, в чем прикол? Да. И мы уже ремуним стены какие-то передние. И будет нам легче. Вот здесь вот по-любому шкаф стоит, за этой стеной дебильный. А что в звездочке-то стоит? Ребят, слышите, здесь шкафы по уровню стоят, поэтому вон те вон шкафы крайние могут дотягиваться. Поэтому это не вариант. А что, идти по двери тупо, что ли? Да. Можно по двери, а потом тупо в центр дома. Да-да-да, как-то можно так. Зайти за шкафу. Периметр. Да. Ну я понял, да, и шкаф найти. Дом на самом деле плотненький, так что там на самом деле придется повозиться. Дом очень плотный. Что тут плотненького? Не, он толстенький на самом деле, не надо. Толстенький это ты у нас. О! Я толстенький! Вот это да. Но он не плотнее, чем нас, чем наш дом, не плотнее. Не плотнее, чем желудок Метола. А кто настраивает первый? Я. Что ты достраиваешь? В смысле достраивает? Крыши там грейдят. Давай сюда уже, быстрее, какие крыши? Плотник, блин. Никто его не прикрывает, тот-то вообще в дверь смотрит, тот в дверь смотрит, а это, конечно же, Poison. Красава. Постройку спейса надо разрушить. Я, короче, хочу в шкафу зарегаться и поставить тут твои фотки две на этих фонарах. Ага, а чё? Постройку нашу надо сломать, слышите? Постройку ломайте. И эту, и ту. Чё, бахаем по двери? Да всё, тихо. Вот это. Всё. Так, короче. По лестнице. Сюда один вариант, иди тут по двери. А, ты хочешь так, все, понял. Да, ну сишки сюда, а потом там смотреть уже. Угу. А, Олег, иди сюда, где ты? Я тебе здесь прыгаю вот. На, где ты? Ох, все сломали. И флаги даже. О, типа. Труп чей-то. Тихо, только не торопитесь, пожалуйста. Он, слышите? А, вот лутается все. А ник какой? Ник PC, да? PC. Все, хорош. PC, Нортон. Вообще нормально. Значит, это точно кто. Да, тихо, да давай. Да не убивай, не надо никого убивать. Не надо никого убивать. Так не пишет. Да какая разница, зачем шуметь? Ему напишет. Хотя какая разница, когда шумит, когда ракеты здесь бахают? Ну да. Да, на самом деле. Только не летите вперед, прошу вас. Смотрите жопки. Жопки смотрите. А смысл жопки? О, никто не подставится. А, кстати, да, никто не залез. Заходим. Вот здесь уже можно смотреть. Смотри, дальше по стенам пойдем. По стенам смотри, идем. Смотри. Можно вот так вот. Смотри, в угол, вот сюда вот. В этот давай, угол давай. Прямо. Отойдите все, отойдите все. Уходите. Уходим. Давайте, выйдем нафиг. Да, выйдите лучше туда, а мы будем долбить дом. Давай, я стреляю туда в угол. Давай, давай. Да-да-да, и так по центру куда-то движем. Вот этот дом. Ой, да ладно, ракета. И чё? Она по центру сдохла. Она в воздухе взорвалась, да-да-да. Бред. Она возле моего лица взорвалась. Офигительно. Я стреляю? Давай. Заходите. Тихо, так. Смотрим. Ну-ка, заходим. Чего тут у нас? О, чувак, лут. Лутайте. Печки горят. Печки работают, наверх есть вход. Даже еще наверх печки есть вход. Печки сверху работают. Тут, короче, изначалки патронов всяких, кому надо, возьмите. Да-да-да. Броники есть всякие, забирайте. Еще а наверх ты... есть вход. А, не-не, давай, нам надо только первый этаж. Давайте, как найти. У меня рецептов мало. О. Печки, а, это на третьем или на втором? Подожди, а это какой этаж? А, они на первом, это слышите? Первый. Они будут вход. Я понял, да. Слышишь, Лего? Чё? Дальше бьём, бахаем туда вот в угол. Да, вот. Дальше. Стоп, подожди. Чё? Это или вот, может, туда по стене? Я вот тоже не пойму, что за фигня? Это же не фундамент такой высокий. Это первый этаж. Лол. Да, стабильность, лол. Внизу первый этаж, там ящик. Там внизу ящик. Слышишь, значит смотри, значит вот сюда, вот в этот. То есть вот сюда. Бахай. Нам нужно, я понял, вниз вот туда. Да, чтобы дальше пойти там. Нам надо наверх встать. Прикольно они сделали, вот, да? Тихо, подожди. Подождите. Я тебя если что подниму. Если что, тебя подниму. Давай. Кот снова, нет? Нет. Но там отходи. Даун какой-то был, его кот. Давай. Тихо, стой. Еще один, да.
Сейчас бахаю. Давай, бахай. Вот и пошла тема. Тихо-тихо, кровати там. О! Смотри, арморная, арморная стена. Пих-пах какой-то написанный. Так, где армор, стена, подожди, ты говоришь. Стейбл, стейбл до сих пор. Или шкаф, или лут. До сих пор стейбл пишет внизу. Пих-пах это комната с оружием. Да успокойся, пожалуйста. Ребята, вы уверены, что это... Слышите, у фундамента стейбл есть. Да я тебе про что и говорю. Да. А с каких пор? Фундамент? Прикиньте, вот, посмотрите, вот тут вот фундамент, у него стейбл. Что? Да, же это фундамент. Так, подожди, что у них? Спят, спят здесь чуваки. Забираем у них лут. Блин, где их лут-то найти, а? Чем все столпились, ребята? Я взял у одного 5000 фрагментов. Кто умрет, тот лох. А ты куда бахаешь? А, по дверям? А ты уверен, что по дверям? Тут еще дверь. Нет, ты не... О, армор. Правильно. А, куда идти-то? Да-да-да, где-то тут печки. Где этот долбанный шкаф? Смысла взрывать нету, здесь лучше двери. Давай. Армор, значит, две сишки, как я лаганул. Ух ты, сишек накидал. Отойди. Он по дверям попал. Больше сишек нету. Я в левую. Куча печек. Стой, дай лутану, посмотрю. Все, все, в топе, пацаны, 16 ракет. Нашли? Да ладно. Да. Есть. Да. Слышите, две турели. Топ. Две турели, мать его. Топ, ребзи. Лутайте печки. 168 тысяч пороха. Ребят. Это просто топ. Ребята, ваша стреляет. Компы. Улица. Ребят. Чё? Посмотри в нижний левый ящик. Давай, какой левый, нижний? Олег, нижний левый ящик. Давай, дай посмотрю. Кто стреляет? 39 тысяч камней. Это, смысле, это выдавали этот, набор, выдавали был. Набор, да. Админ, ну, короче, лутайте. Тупанул. Я ракеты все забрал, мы в плюсе. Так, ракеты. Понял, лутаем печки, короче, слышишь? Я думаю, вариантов взрывать тут больше нету вообще. Нету. Ты чё, какой, куда тут больше взрывать? Мы отбили всё своё, это нормально. Да. Сбрасываю... Выкидывайте лишний лут-то. Да. Вы лучше забирайте его, ТП-шитесь и заново приходите. Да, забираем ТП-шимся. Ой, у меня две турели. Две, да, мать его, турели. Хорош, мы дома поставим. Где-нибудь. Калаши заберем, хорош. Мы потратили сколько? Мы потратили 4 ракеты. Ну и сишек просто достаточно потратили, но все равно. Слушай, а тут еще армор двери есть. А ну, смотри, подожди. Нет, мы уже в луте. Не, забей, это все, это лут. Это там только шмот остался. Ты чё, я вытащил 15 плюс ракет. А камень и так далее, ребят. Камни забирайте, там 250 еще. Патроны и прочее. Забирайте. А, патроны, а где реально оружие? Там шмот, оружие, там, помнишь, где был... Бах-бах, пих-пих? Да, пих-пах. Будем стрелять туда? Бахуй туда? Давай, попробуем. Ну давайте, да, ничего, мы не оставим уже. Давай перекрестие, слышишь, где ты? Пих-пах, я тут, давай. Вот сюда. Давай. А сразу вдруг это... Первый, второй этаж. Давай. Нам про шкаф мы ремонтируем. Прикинь. Один с КП, прикинь. Давайте накоцаем автомат. Может на автомате или накоцаем? Давай автоматами, вот это вот, расстреливай. 3, 2, 1. В той стороне что? Рис, у него нет ничего. А в эту давайте сторону 88. Не хватит. Я пулемет не буду тратить, мне жалко износу. Давай, лучше мы лучше. Жопу кройте кто-нибудь. Давай, крой, давай. Я крою. Мы стреляем, Олег же, кройте. Давай. У меня же... Жесть. Жесть, вот это круто, жесть. 10 КП. Тихо, дай посмотреть. Пусто. Пусто. О, оружие нашло. Какие-то говно. Обманка. Слышишь, значит, вот тут вот, смотри, тут написано шмот и тут еще две двери. Скорее всего, за ними тогда вот. Кто по улице бегает? Они накоцанные? Нет, не накоцанные. В перекрестие будем бахать? Перекрестие или как? Или не будем? Давай. Стой, а сверху что?
Сверху пустота, да-да, все. Сверху пустота. Вниз, вниз, в нижнее перекрестие. Давай в нижнее. Давай. Давай. Фундамент рухнул. Может, ящик найдем, а? Пусто. Обалдеть. Вот не, забей, вот... все, давай не будем тратить больше, я что-то передумал. Что-то уже обман какой-то. Вот там тип слышит. Слышите, единственное, что еще где, это вот там, дальше, где подсадите армор был, там двери в армор еще есть. Вы рез это все забрали, надеюсь? Да-да, ну, да. Да-да, я забрал. 300 фрагментов даже чертежей забрал. 250 тысяч камня, 200 тысяч дерева. Все нормально. Вот это я понимаю. Ты кого-то там. Давай, все, улетаем на пом, тут больше делать нечего. Тогда все, просто хотелось, блин, ремонтнуть, ну ладно тогда. Сваливаем, и да? Можно поддержать марку, типа ремонтнуть, но это будет. Нет, мы не будем. Мы оставим, да, лучше на серии оставим, да ну его нафиг. У меня 21 ракета. Лол. У меня еще 15. Ну нет, все. Да, еще заряженные, 17. Лучше следить. А, у меня еще 2 заряженные тоже. У меня, подожди, 21, 23 ракеты. Лучше следующий дом бахнуть. 23. Да? Да. Да. А мы следующий сегодня будем? Так норм. Сейчас посмотрим. Так норм, 40 ракет, слышишь, я брал 30 ракет и 10 сишек. Ну и все. Мы вынесли 40 ракет. Ну окупили, мы же еще ресурсы. Надо этот дом грейдануть еще. В разные стороны, стенки. Ракет на 20. Да, у нас еще ресурсы, плюс мы взяли ресурсы, плюс мы еще вынесли. Ну, мы потратили, грубо говоря, только 10 сишек. Короче, ребят, короче, у нас еще ракет 60. Не зря мы пошли на сишек. Писишки, ну... Ой, писишки, на писишки. Да? Я уже дома. Улетаем, ладно, ребят, всем спасибо. Ставим лайки. Silver Play, команда. Всем пока. Угу. Пока. Пока. Металлох.